Доброго вечора. В ефірі нашого телеканалу програма «Точка зору депутата». І сьогодні є студії Тахір Садріддінов, депутат Миколаївської обласної ради. Доброго вечора. Ми раді вітати вас у нашій студії. Пане Тахір, ну таке питання, яке сьогодні активно обговорюється і в засобах масової інформації, і в соціальних мережах, дедалі поширюється, скажімо так, навіть сварки з цього приводу. Стосується це того, що мер підписав наказ, що в Миколаєві на сміттєзвалищі зберігатиметься сміття аж зі Львову. От ваша думка, цікаво її почути з цього приводу. Як ви вважаєте, ну, навіщо це? І чи потрібне це Миколаєву? І наскільки я знаю, сьогодні вже голова обласної ради Вікторія Москаленко виступила з цього приводу, і вона не задоволена тим, що відбувається. Ну, тож цікаво почути вашу думку з цього приводу. Я приблизительно точно так же з нею согласен, но я хочу сказати своє личное мнение по этому вопросу, потому что от Львова до Николаева, я думаю, что немало городов есть и областей, в которых можно было бы это захоронение сделать. Почему именно от Львова до Николаева 800 километров? Ну, я просто не понимаю. Ну, если мы возьмем в данный момент саму Николаевскую область, наше хранилище, да, областную мусорку, то я не могу понять, что у нас есть перерабатывающий завод, у нас есть какие-то, ну, переработки этого дела. То есть я не вижу логики в приемке этого мусора. То есть как это решение принималось? Это было политическое решение, это было помощь как бы руки, но опять же, понимаете, много таких совпадений, как они с одной партией, понимаете, вот разного толка разговоры выходят. Скорее всего, я думаю, что это решение было принято как бы, ну, необдуманно, слишком как бы быстро, понимаете, надо было как бы его с одной стороны бросить как бы на общественность, не то чтобы на общественность, хотя бы в совет. На рассмотрение депутатов, да. Но для того, чтобы это не вызвало такой вот резонанс, понимаете, чтобы посоветоваться, чтобы понять, для чего это делается. А так получилось, что, ну, как бы человек, мэр принял единолично это решение. И вот видите, чем это все заканчивается, пикетами и недопониманием. Сегодня ему очень тяжело будет объяснить, что он делает, например, для Львова какое-то доброе дело, но он делает плохо как бы для Николаевской области. Я думаю, что такое решение нужно было совместно принимать для того, чтобы не было такого резонанса. Ну, а может быть, это такая определенная работа на перспективу, может быть, это возможность привлечь внимание к Николаеву и к тому, что здесь все-таки нужен этот мусороперерабатывающий завод. Ведь говорят о нем очень давно, о том, что его нужно строить, еще при «Чайке» активно шли переговоры по этому поводу. Но почему-то инвестор сюда так и не зашел. Ну, понимаете, если сделать Николаевскую область мусоросвалкой, а потом поставить завод, это один вопрос. А когда есть завод, а потом привозить сюда мусор, это уже другой вопрос. Понимаете, поэтому я думаю, что, ну, как-то так наперед неправильный был поступок. Поэтому я думаю так, если был бы завод, наверное, бы этот мусор сюда не доехал бы, понимаете? Наоборот, был бы дефицит этого мусора. То на сегодняшний день как раз-таки нету этого завода, а проблема уже возникла. Ну, смотрите, вот интересный тоже такой момент. Львов вроде как более продвинутый город, чем Николаев, он ближе, его называют европейским городом, и там, получается, тоже нет мусороперерабатывающего завода? Нет. Нету. Вот это самый интересный вопрос. Есть компании мировые, которые перерабатывают мусор. По законодательству Украины вообще нельзя мусор перерабатывать или распределять, или отделять руками. Но есть для этого машины, заводы, есть это компании. Это один маломальский вопрос. Насколько мне известно, я сам не лоббировал никогда никакой мусорный завод там, за границей, никаких инвесторов. Но много раз слышал о том, что приезжали те или иные деятели, которые хотели это поставить, всегда получали отказ. Я не могу понять. Почему? Почему? Если это такая проблема. Сегодня горят мусорки. Горят и в Николаевской области. Понимаете? И это вопрос почему-то не решается. Может, вопрос в коррупционной составляющей? Может быть и так. Вы понимаете, и сам не дам, и другому не дам. Вот у нас так и получается. Вот эти пленки по всем полям. Я именно
Как аграрий, вы уж точно знаете, да, о чем говорите. Да, я потому что как раз таки это мой округ, угу. Николаевский район, где наша мусорка, понимаете? И этот сельский совет, за которого я тоже отвечаю. И понимаете, сколько там проблем? Там проблемы, там вот этот мусор, вся эта пленка по всем полям. Это уже хозяйство, уже директора хозяйства, уже население и сельский совет. Он собирает этот мусор. Почему бы его не перерабатывать? Почему бы не дать добро этому хорошему началу? Ну, какой коррупционной составляющей? Но пока мы детально, я лично не занимался этим вопросом, для меня это очень интересно. Вывоз мусора я понимаю. Там, может быть, где-то экономят на солярке. Там, у нас сегодня вот были такие моменты, когда по городу ходишь пешком и видишь, пятница после обеда, суббота, воскресенье, мусор практически свой не вывозится. Течет весь. Я могу даже сфотографировать на сегодняшний час и показать, как минимум, и в лесках, и в намыве, да? Угу. И в соленах. Но есть у нас ЖКХ, которые могут сами себе вывозить мусор. Им они тоже должны почему-то проходить через тендерную комиссию. ЖКХ, который обслуживает население. У него есть своя мусорка, у него есть своя машина, но он не имеет права. Понимаете? К чему это все приводит? Что за схема коррупции? Почему нам нельзя убирать у себя в доме? Понимаете? Мы не можем наладить то, что у нас внутри области. Точно так же вывоз частного сектора мусора. Но сегодня мы уже как бы принимаем мусор с другой области. Я бы понимал, если бы это была бы Херсонская область, Одесская область, была бы проблема. С ближней. Да, ближняя, соседи. Вот поможем. 4 тысячи, 10 тысяч сегодня кубов, как там пишет Александр Федорович, мы бы приняли бы, мы бы это понимали. Но это соседи. Сегодня мы принимаем, у них завтра. Но тут просто непонятно многим становится, почему Львов, Почему Николаев? Почему Николаев и почему промежуточные города не принимают это? Вот в чем вопрос. И я же говорил, как в начале разговора, Садовой и Сенкевич, самопомощь. Все, сейчас быстренько политиканы это уже свяжут, быстренько красиво сделают, и он будет неправ, понимаете? Вот и весь вопрос. А если бы это обсуждалось среди депутатов, вынесли бы это, не обязательно сесть, хотя бы на комиссию, обсудили бы этот момент, то тогда бы у него бы этот резонанс как бы не вышел, понимаете, не было. Если бы он объяснил причину, почему причину, так? Причину, чтобы потому это что... это не была тайна для всех. Да, на сегодняшний день говорить можно уже все, многое, но одно говорит само за себя. Вопросы, почему, почему и почему? Ответа нет. Ну, якобы уже появилась информация о том, что Садовой сказал приостановить поставку мусора, назовем это так, в Николаевскую область, до рассмотрения вопроса на сессию. Ну, будем надеяться, что прояснится ситуация, может быть, станут ясные мотивы. Вот это надо было делать, мне кажется, до, и тогда бы это бы все бы не возникло. Понимаете? Мы бы уже сейчас уже такой общественный резонанс пошел. Да, это получается, вот люди вышли, сказали. Вот, и этот вопрос решился. Вот как получается, понимаете? Что, спасибо вам за вашу точку зрения по этому вопросу. Теперь я предлагаю поговорить о вашей, собственно, непосредственной депутатской работе. Интересен вот такой вопрос. Давайте поговорим о дорогах. Такой вопрос очень болезненный для Николаевской области. Если в городе что-то делается, мы постоянно видим дорожные службы, что-то латают, переделывают, то в области мы уже прозвучим на всю Украину, как только можно и нельзя. Вот вы в комиссии по дорогам. Ну, интересно, вы уже знаете, что я и в комиссии по дорогам. Да? На самом деле я скажу, что... Депутаты инициировали такую группу из 9 депутатов с разных фракций для того, чтобы мы приняли участие. То, что у нас за последний попередник у нас был Антощук, которого за 7-8 месяцев практически была заблокирована вся работа облавтодора и службы тоже. И для нас было непонятно, почему вообще, что происходит. Почему не делаются дороги? При том, что в январе месяце еще мы выделяем частично, уже начинаем финансирование дорог, но у нас никуда
не двигается. Ни тендеры не проходят, практически ничего. По отчету все время какие-то отголоски, что-то не в порядке. И тогда депутатами областного совета было решение сделать комиссию, в которой мы должны были разобраться в этой ситуации. Вот. Ну, непосредственно я тоже принял инициативу. Моя фракция «Наш край» выдвинула меня как кандидата от нашей фракции. И вот на сегодняшний день я плотненько занимаюсь именно проблемами. Практически объехал я все дороги, и Кировоградскую сторону, и Днепропетровскую, и Сколько времени у вас это заняло? Это заняло очень много времени. И самое интересное, знаете, я, слава богу, что я попал в эту комиссию, потому что слышал, но многие направления я не ездил просто. И когда я приехал и действительно увидел, что нету дорог, нету мостов, и люди на моих глазах, я видел машины перевернутые, и те же зерновозы, и джип я видел перевернутый на Троицком мосту, понимаете. То есть на самом деле ситуация не просто плачевная, она трагическая, я так скажу. Дорог практически нету. В некоторых местах на машине, на джипе, которую я ездил, она по крышу была в ямах. То есть это просто, ну как будто, знаете... Это сюрреализм какой-то. Да, это как будто там атомные бомбы, что ли, бросали, я не знаю, на эти дороги. То есть они, их взагали нема дорог. Я просто был в шоке. Меня встречали там, и Демченко встречал в направлении Н-14, Кировоградское направление, ну, вот, до Васятского моста мы доехали, вот, полностью проанализировали. После того, как уже как бы сняли Антощука и поставили Шульгу Николая Ивановича, то первоначально тоже были всякого рода склоки о том, что там какая-то группа его ставит, та группа, эта группа. Но пообщавшись именно с этим человеком, с Николаем Ивановичем, я понял одну такую вещь, что действительно человек работает, человек, который болеет душой. Ну, не знаю, вот насколько, может быть, я его не знаю, и он до такой степени артист, что может прятать свои эмоции, но я по человеку вижу о том, что он действительно болеет за эти дороги. На сегодняшний день, как месяц он управляет службой автомобильных дорог, на самом деле человек пришел на место, на разбитое место, то есть место, где практически там по 5 человек, которые писали заявление, уходили, человек остался, можно сказать, ни с чем, без тендерных комиссий, без ничего, то есть без участников этой комиссии. Все равно он как бы с нашей помощью, с депутатской группой помощью, и Виктория Викторовна, и Бонь Вячеслав Валентинович, мы все со всеми группами депутатов сидели и обсуждали, ездили в разные направления дорог, проводим каждую неделю вторник совещания по дорогам. И понимаете, многие говорят, что вот месяц управления Шульги Николая Ивановича, никаких изменений нету. Ну а как они могут быть так быстро? Это дороги, понимаете, это не так-то. Включил печку и пошел хлеб печь, да? Угу. Нет, это же дороги. Это для того, чтобы сегодня начать любой компании дороги, нужно провести определенную процедуру. Эта процедура занимает время. Вот, например, даже по тарификации, да, выполнения работ. Последний анализ был сделан где-то в середине 2015 года. Сегодня какое у нас? Почти конец 2016 года. Как вы думаете, дороги такие же, как в 2015 году? Сейчас, в данный момент, хуже. Вот именно. Если средства выделяются по одному направлению, а нужно уже выполнять работы совершенно другого направления. Поэтому кодировка меняется. Но изначально было, например, рассчитано потратить на эту дорогу 1 000 000 гривен. Сегодня уже 5 надо. И все вот эту бюрократическую поднакопку за этим. Нужно все сделать правильно, для того, чтобы любая компания, которая придет и будет сегодня делать дороги, она не попала, она не была уголовно наказуемой, потому что она сделает работу и еще будет виноват. Потому что, в наших реалиях, да. Да, вполне. Потому что он выполнял одну работу, а ему будет приписывать совершенно другую работу. И поэтому те компании, которые сегодня заходят и делают там по эксплуатации, к примеру, да, или проводят тендер, они сегодня уже видят реалии о том, что тут нужно потратить совершенно другие деньги. Вот. Поэтому на сегодняшний день, за месяц его работы, и Шульиченко Вячеслав тоже, мы очень
плотно, практически, знаете, почти прописался уже там. Мы сидим и обсуждаем, каким образом это обойти, как тут удешевить, как здесь сделать лучше. Может быть, сегодня сделать многие дороги, например, направление Снегирёвка-Николаев, да? Может быть, вот этот участок дороги сделать сегодня первичку, хорошо сделать обочины, да? Выбрить, сделать первичку, поселить первый такой слой асфальта для того, чтобы хотя бы каким-то образом додержать это до весны. Когда можно будет возобновить. Да, его. А весной уже по-другому просить Киев о том, чтобы дали дополнительные деньги для того, чтобы нормально заасфальтировать. Потому что на данный момент сегодня вкладывать почти 5 миллионов гривен на 1 километр дороги, а нам нужно освоить где-то 50-52 миллиона, да, сегодня. Это колоссальная сумма. Да, мы сделаем 10 километров дорог, что дальше? А в области вообще нема дорог. Вот что нам приходится делать? Так вот, приходится таким образом делать эти ямочные работы. Сколько ямочной работы эти выдержат? До весны? Понимаете? Я понимаю, что эта проблема накапливалась не сейчас и не один год. Это перегруз транспорта. И прекрасно все компании знают, которые возят зерно. Все абсолютно. Что машины их идут перегруз. И мы все время часто говорим, что вот весовая будем ставить. Да не надо ставить никакие весовые. Нужно просто каждой компании, которая принимает, там должен сидеть человек, там реестр должен быть, по которому они принимают, и видеть перевес машины, и там нужно наказывать. Зачем эти весовые? Зачем нам надо деньги сегодня тратить, ставить людей, общественников? Которые ломаются без конца. Которые ломаются, а ломаются никогда. Когда та или иная группировка проезжает перевесом своих машин. Вот и весь вопрос, ломаются у нас веса. А когда не надо, они не ломаются. Вот и весь вопрос. Поэтому вы понимаете, эти люди тоже должны понимать, что сегодня частично они проблему свою решат. Они выполнят свои заказы там, или как их можно назвать, контракты. Сегодня да. А завтра, как они собираются это зерно перевозить? Послезавтра. Сегодня они будут, многие будут злиться на меня, то, что я говорю эти вещи. Но сегодня они будут на меня злиться, а завтра они будут благодарить. За то, что да, действительно, это проблема, надо это прекратить. Либо действительно, как это делает Небулон, по реке, либо по ЖД, либо не перегружать. Почему? Потому что нет у нас сегодня таких ресурсов финансовых для того, чтобы сделать лялечку и весь асфальт, чтобы он поднимал по 100 тонн груза, понимаете? Ну хорошо, но с другой стороны, транспорт-то не будет становиться меньше. Ну смотрите, если это все ведь... Должна быть другая технология укладки дорог в том числе. Я понимаю, что это очень дорого, и не завтра это начнется. Технологии есть. Сегодня, например, один из моих сотрудников, который съездил в Лас-Вегас на международную выставку бетон, то есть бетонных дорог. Сегодня действительно есть такие технологии, которые лучше, чем асфальт. Но опять, давайте возьмем это деньги. Да, это может быть чуть-чуть дешевле даже, чем асфальт. Если взять постройку с нуля. Но это же ресурсы денежные. Кто на сегодняшний день? Вот 3000 практически километров в Николаевской области. Умножьте в среднем его на 12,5-13 миллионов. Вы получите бумаги, цифру на бумаге, где их такие взять? С годами, да. Но сегодня, в данный момент, нужно из той суммы, которая есть, из того бюджета, который у нас есть в области, нужно маломальски хотя бы сделать проезжую часть. Потому что, если мы будем капитальное строительство дорог делать, вы поймите, что мы можем Снегирёвское направление сделать, не сделать Кировоградское. То есть, люди все равно ездят. Проезжать надо сейчас. Проезжать надо, в больницу ехать надо, хлеб везти надо. То есть, тут на сегодняшний день из двух зол нужно выбирать меньшее. Нужно сегодня хотя бы маломальски выровнять дороги. Убрать вот эти ямы, огромнейшие ямы, где не может проехать автобус. Понимаете? Хорошо, а помощь Киева, та же трасса Н-11, самая печальная наша в области, и тоже Снегирёвское направление. Киев вообще слышит нас?
Ну, да, сюда приезжают министры, там смотрят, берут на себя какую-то политическую ответственность в том числе. Я думаю, есть ли она? Есть, конечно, помощь со стороны Киева, и министр инфраструктуры Амельян приезжал, и Барах приезжал, по-моему, исполняющий обязанности Крафтодора, да. Мы имели общение с этими людьми. Они адекватные совершенно люди, которые понимают действительно эту проблему. Вот. Есть кредитные деньги, которые там более, по-моему, 300 миллионов, которые должны зайти. Вот. Но почему вот это все, как бы, вам правильно объяснить, все это имеет как бы опять бюрократическую процедуру, которая проходит. На сегодняшний момент уже, вы знаете, идет скандал по Н-11, да? Uh-huh. Одна служба выиграла, другая дала дешевле, и потом почему-то выиграла не та, которая дала дешевле, а та, которая дала больше. Потом эксперты сидят и считают, разве можно 112 миллионов выделяют, сделать за 63? Задается вопрос, ну за 63, за половину, каким образом? Многие скажут, это же хорошо, вот это в два раза дешевле, но... Почему-то... Стоит вопрос качества? Конечно. Служба не пропускает. И сразу резонанс. Вот. Они лавируют ту компанию, третью, четвертую. Ну, вы подождите. Есть надзорная комиссия. Приняла такое решение. Я сегодня не защищаю там ни одну из этих групп, которые делают этот асфальт. Но, хорошо, за 63, пожалуйста, делай 63. Есть комиссия, которая придет и проверит. А если ты не сделаешь за 63? Сколько потом должен будешь возместить? Совершенно верно. Понимаете, вот здесь должен быть такой комплексный подход. Нельзя так решать вопрос. Абы насолить другому, выиграть тендер, и я буду делать дороги. Да нетушки. Деньги-то, понимаете, государственные. И поэтому здесь нужен четкий подход. Прежде чем кого-то запускать, комиссия для этого и создается, для того, чтобы проверять все документы, выполнены работы. Если на конце-то концов есть себестоимость этих работ, оно не может стоить дешевле положенного. Вот вы сами подумайте, если... Никто не будет работать тебе в убыток. Конечно. В 112, если оно заложено, 112, я понимаю, 90, 88, 80. Ну, даже 80 уже не идет, но 85. Ну, 60 сразу, 112 и 63. Два раза меньше. Да, ну, каким образом ты собираешься делать? В убыток себе? Ну, так напиши, что ты делаешь в убыток себе. Ну, каким образом ты собираешься эти дороги делать? Может быть, я что-то недопонимаю. Может быть, действительно, эта компания благотворительная, и она может это сделать. Проблем нет, выставь на тендер и скажи, да, я готов эту дорогу сделать за 63, но она обходится, там, 90-30 миллионов, это моих собственных денег. Проблем нет, делай. Но не плачь тогда, когда комиссия выйдет и не примет эту дорогу. Тогда кто будет отвечать? Потом будете говорить, что тепловой режим нарушили, зима была не такая, то было не такое, это было не такое. И потом конца края не будет. И правильно делают, что с одной стороны это вызывает подозрение. И люди начинают сразу разбираться, почему так. А когда ты разбираешься уже, ты уже не нравишься. Понимаете? Но, тем не менее, все это тормозит процесс. Все, да, эти, конечно, суды, тендерные процедуры. Конечно. И... Слава Богу, что это по какому-то определенному, по Н-11, по определенному участку. Но там еще то есть есть... не все работы? Нет. Там заблокированы не все работы. Там есть работы, которые выиграли и сам облавтодор. Сейчас по эксплуатации заходит компания, тоже там идут ремонтные работы. То есть потихонечку там что-то делается, конечно, процесс идет. Конечно. Процесс двигается медленно, но он двигается. Вы поймите, сегодня в облавтодоре есть заявленное количество, так скажем, техники, материалов, того, что должно быть. Но оно не функционирует так, как оно должно работать. То есть на 50 с лишним процентов, даже каких 50, 70% это техника на бумаге. Сегодня их вытащи и заставь работать, они не могут выполнить свои функциональные обязанности. Ни техника, ни люди. Понимаете? Это нужна перезагрузка полная. И надо сегодня немножко часть денег оставить на зиму. Правильно? Зимой надо обслуживать. Кошты нужны для этого? Нужны. Сегодня надо на ремонт техники оставить деньги. Да, у многих это... кипит голова, говорит, что какие там им денег оставлять, и давайте делать дороги.
Ну, а с другой стороны, хорошо, мы сегодня вытратим до копейки все деньги. Содержать надо. А когда же содержать? Какими ресурсами выходить зимой? Опять будут, если снежные будут такие бури у нас. Вы видите последние 2-3 года как? Угу. Ну, просто нас засыпает снегом. Чем убирать, если у них грейдера толком нет? Есть у нас из всех ДЭО, которые есть, может быть 5-6 таких более-менее серьезных. А в основном только один перечень. У нас, к сожалению, осталось не так много времени. Давайте так вот, чтобы мы уже поставили точку в этом вопросе. То есть перспективы есть, что до конца года хотя бы что-то на этой дороге будет сделано. Я, может быть, не только на этом, не только на Н-11, на других тоже. Несмотря на все перепалки, которые сегодня идут, разборки с одной компанией, с другой, мы освоим эти деньги. Мы будем работать. И депутат, успеем до конца успеем. Года. Дай Бог, чтобы Боженька еще нам дал погоды до декабря месяца. Я думаю, мы успеем освоить все эти деньги. Успеем освоить. Но единственный вопрос, я говорю же, вот многие депутаты, и депутаты Верховного Совета тоже, вот, какие-то у них понятия. Вот, я всего лишь занимаюсь этой проблемой месяц, ну, может быть, там, 40 дней, да, месяц и неделю. Но наоборот, этим депутатам Верховного Совета нужно помогать, чтобы они приходили, помогали нам. Не просто разговаривали, болтали, а приходили, реально помогали. Чем они могут помочь нам? Понимаете? Не думали, каким образом опять кого-то поменять на службе. Ничего это не даст. Понимаете? А то, что мы сегодня поменяем Шуличенко или Шульгу обратно на Иванова, Спиридонова и Иванова, ничего это не даст. Нужно дать заработать. Впрягаться и работать. Да, механизм, наоборот, поставить плечо и работать. И тогда совместно со всеми общими усилиями, естественно, мы эту проблему преодолеем. Ну, що ж, будемо ставити крапку в нашій розмові, будемо сподіватися, що все у нас вийде, і Миколаївщина нарешті вийде з цієї кризи, яка так у нас будемо старатися, сталася. Будемо, я дякую за те, що завітали до студії, дякую за вашу точку зору, на все добре. Спасибо.